Здравствуйте, мои дорогие. Я знаю, что вы сегодня все встревожены. И неважно, где вы находитесь, весь мир сегодня, все взгляды и все молитвы обращены к нам в Украину. Я хочу вам кое-что сказать. Я хочу попросить вас осознать, что если вы можете что-то поменять, если вы можете как-то повлиять, меняйте и влияйте. Но если не можете, не болтайте. Не тратьте энергию, которая может очень сильно каждой понадобиться сейчас, на пустые разговоры, на ненависть, на оскорбления, на какие-то ненужные абсолютно умничания, которые сейчас происходят в сети. Я прошу вас вспомнить, как воевали женщины. Они воевали всегда, испокон веков, по-своему. Когда мужчины воюют оружием, женщины воюют своим духом. Я прошу вас, женщины всего мира, успокойтесь, глубоко дышите и молитесь. Почувствуйте в сердце своем любовь и принятие. Да, принятие. Потому что все, что происходит, да, это ужасно. И никто не хочет войны. Все хотят мира. Но то, что мы можем сейчас сделать, мы можем верить, что все всегда заканчивается хорошо. А если кончилось плохо, то это еще не конец. Все всегда происходит так, как должно быть. И происходит лучший вариант из всех возможных, как бы это ни было ужасно сейчас не звучало. Я прошу вас, наполните свое сердце любовью и благодарностью. Благодарностью за любой исход, за все события, которые происходят. Молитесь и направляйте положительно от того, что мы сейчас все упадем в страх, опустимся по своему духу в самый низ и будем нападать друг на друга. От этого лучше никому не станет. И если вы сейчас наполняете этим сейчас свой город, свою страну и свою семью, сохраняйте внутри себя любовь и благодарность. Как бы ни было, это сейчас тяжело и ужасно слышать. И